На мой взгляд, при воспитании ребенка наблюдается баланс между строгостью и мягкостью. И, глядя на другие семьи, я вижу, что такой баланс, он поддерживается разностью характеров супругов. Кому-то приходится играть плохого полицейского, кому-то хорошего. А вот я считаю, что это как бы, ну, не совсем правильно. А что думаете по этому поводу вы? Ну, мне кажется, что между папой и мамой разница намного больше, чем между хорошим и плохим полицейским. И в определенных ситуациях кто-то должен проявить строгость, а кто-то мягкость. И эти ситуации могут быть принципиально разными. Ибо когда речь идет о накормить, сплошь и рядом мама готова проявлять мягкость и ходить вокруг него на цыпочках, а папа скажет, проявит твердость и скажет, отойди от него, не хочет, не надо. Да? Но в других ситуациях, когда речь идет о том, чтобы он красиво выглядел, куда уж тут папе лезть, что он понимает в глажке, в моде и так далее. Пусть она это решает. Главное в другом на самом деле. Главное в том, чтобы мужчина все-таки проявлял инициативу и пытался, участвовал, решал, понимал, что нет ничего стыдного и нет ничего женского и мужского. Это ваш общий ребенок. И в любом случае должны быть общие совместные решения. И именно такие решения работают на благо семьи. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.